Приходят к нему, приносят вкусняшку, и они разбалывали его вместе с нами. Мы блог сегодня снимаем фонда. Ушел Квой. А расскажите, где вы его нашли? Мы на трассе ночью его нашли. В районе... Где? В Червоном, да? В Червоном. Да и, у людей не было, понимаешь, как бы даже там приедьте, заберите, они его погрузили в машину, попросили просто помощи, и они его курируют. Какие у вас эмоции от того, что его забирают? Ой, жалко. И жалко, и хорошо, конечно. Они потом поедут, проведают его. Да, мы вот мужчин уже спрашиваем, можно ли? Хотели вас попросить об этом. Мы бы хотели сами. Да. Вам телефон оставить, да? Если можно, пожалуйста. Вот такое вот сегодня классное событие, позитивное. Они сами организовали акцию по сбору теплых вещей для фонда. Собрали и привезли нам. А среди кого акцию такую проводили? Просто в интернете. Просто в интернете? По знакомым. Кстати, как зовут, представь? Юлиана. А вас? Евгений. Евгений, ну вот круто. Вы из Евпатории? Да. Ну это вот называется кураторство. Вот такие кураторы – это лучшее, что можно придумать для фонда, потому что люди взяли собаку, привезли ее, помогали ей, плюс помогали другим собакам, полностью до конца довели дело, вот сейчас его забирают, вот девушка прощается. Прощается с курируемым псом. Сколько счастья у тебя на морде, пес! Довольный, счастливый. Мамки названные прощаются. Луну пристроили, да? Да, я так радовалась. Луна, танцующая собака с миской. Теперь на ее месте сидит другой пес, он тоже танцует с миской. Как место такое. Пусть тебе повезет. Пес. Счастливчик. До свидания. До свидания. Удачи вам. Спасибо.